Всем привет! Сегодня расскажу про игрушку Riot Shadow Legend. Это для Android и Apple. Сегодня 18 января. Новость такая, что слияние. У тебя есть возможность создать двух особых праздничных героев, Николаса и Перезвона. Действует ограниченное время. Действует до 28 февраля. Полтора месяца это. Слияние позволяет создать могущественных, ну, бла-бла-бла, успей, успеть, успей, успеть. Где нам это найти? Они находятся в портале, слияние. Вот мы видим Николас, вот это Перезвон. Что надо, чтобы собрать Николаса? То есть, либо посмотрим сначала, что он из себя представляет. Это здоровье. Ну, такое здоровье, которое, то есть, 50% шанс наложить заморозку на один ход. И штраф не это самое, не резистится. Вот, атака по всем врагам. А на союзников накладывает щит на два хода. Щит 30% от урона. На союзников накладывает неуязвимость, регенерация на 15%. Баф вешает или аура. Аура называется. Аура 33% во всех боях. То есть очень такой полезный товарищ. Вот. Ну и соответственно Перезвон то же самое. То есть вешает на скорость. Только на арене. Но этого достаточно. Вот, в принципе. Вот. Все у него завязано на крит. Вот. Атакует два раза при критической атаке с вероятностью 40% штраф скорости. То есть он дебаф по скорости навешивает. Вот. Но он из высших эльфов, не этот самый. Не монах. Атака по врагу. Заморозку вешает с вероятностью 50%, если цель погибает. И снижает шкалу хода противнику, заполняет свою шкалу хода. То есть такие довольно интересные герои. И казалось бы, откуда всех этих достать, но они все, то есть этот понятно уже, да, как собирается. То есть он собирается из все вот эти вот герои, они добываются. То есть хозяйка душ в Дарнемском лесу. Это принцесса в дворце Аравии. Вот, дьяволица на серной тропе. Воительница в пустошах. То есть они все вместе собираются. Из них создается юстициар, который в принципе тоже не самый плохой герой. Но вначале, учитывая того, что и нету-то собственно ничего, шанс, что ты их откроешь, тоже не очень-то большой. Вот, ну, если так немного там закидывать, вот. Дальше вот эти вот два героя пугают, но это понятно, что они, их просто надо докачать до 50-го, а на самом деле это двухзвездочный герой. То есть вот, если взять, допустим, Скиталицу. Не туда полез, извините. Нужно все герои. Скиталица это у нас варвар. Двухзвездочный. То есть вот это на две звезды она выпадает постоянно. Вот. Постоянно она выпадает вот здесь, когда мы открываем ее за зеленые кристаллы. И, соответственно, чаще всего уходит где-нибудь в таверне в переработку. Вот. Потому что, ну, раньше не было необходимости ее коллекционировать, держать в коллекции. То есть мы в коллекции держим что-то, каких-то там пачку героев, которые будем качать, и корм. Вот, то есть активный какой-то корм, который будет им скормим. И, соответственно, где-то вот, то есть у меня были все эти два, и варвар, и дьяволенок. Я их успешно кому-то скормил, бляха. Ну, ничего. Думаю, чтобы выпало раз, выпадет еще раз. Соответственно, это что касается вот этих вот двух.
Вот. У Перезвона тут немного все хуже. Если вот этого героя, завоевателя, можно добыть в воротах Кейрока, мстительницу можно добыть во дворце Аравии и храмовника в проливе Вальдемара, вот, то грандмастера можно только выбить из осколков. Вот, соответственно, как его получить, не сильно представляю. Вот. Возможно, где-то он должен быть в наградах за квесты. То есть надо будет пройти и еще посмотреть все компании. Да, но они недоступны. То есть, что дастся в награде, простые смертные не видят. Соответственно, что мы имеем? То есть, надо с чего-то начать, что позволит собрать. То есть, возможно, кто долго играет, у него уже есть этот персонаж. Но опять же, то есть, вопрос стоит им, насколько им это важно. Вот. Потому что у них уже есть и легенды, и эпики. А именно вопрос для начинающих. То есть для начинающих, можем ли мы собрать Перезвона. Вот. И потом уже как следствие из Перезвона его проапгрейднуть до Николаса. Собственно, вот все, что я хотел рассказать. То, что это вполне достижимая цель, которую можно достигнуть. Всем удачи!